плюс очко наролившему стримеру, минус очко всем остальным стримерам. Так им и надо. Так им и надо, гнидам поганым. Так им и надо. Отлично вообще. Минус 4. Без негатива. Что ты без негатива? Это с максимальным негативом. Пошли они в задницу все. Бля, уже скоро в танки пойдем, господи. Прям еще чуть-чуть. Долбоеб? Ну, хотя, что я спрашиваю-то, блядь? Табуретку уронил, с которой запрыгивает на окно. Ладно, сдаюсь. Ну, выкати сюда, придурочный, выкати. Есть! А, сюда, ЛБЗ-ху, сюда! Дядя, ты чё, голову потерял, что ли? Придите ко мне, дети мои, мы уничтожим Носгард вместе! Сука, ору, конечно. Придите ко мне, дети мои! Ага, нихуя себе. Ты... Листо я йоре. Убийство 14.07. Еда 3.46. Пиздец. Княгиня. Престиж. Та концовка лучше, когда ты становишься злым господином. Просто какой-то полет. Женщина что-то прошептала, сказала, да, он был каким-то попущенцем, блядь, так и остался, короче. Нихуя. Ему дали силу, сука, представьте, он отказался, блядь, что за долбоёб вообще? Какой долбоёб откажется от силы? Господи Иисусе. Ну и лох, лузер просто, не вампир, а ничтожество. Пиявка. Замашну Ghouls and Ghosts выпадет. Да уж лучше в Гули, блядь, сыграть, чем эту хуйню. В Гули-то хотя бы понятно все, что происходит. Резик был, прикиньте, резик был. Да ну нахуй, ебать! Guess there is no sex discrimination here. Вот, бля, вот таких шуток нет в ремейке. Просто таких шуток нет в игре. Не-не-не, мужик, давай завязывай. Чё? Завязывай, мужик! Обалдеть. Что в ремейке, что здесь капканы собирают. Да блин, я не вижу нифига капканов, они, смотрите, какие незаметные, это кошмар какой-то. Ну, я очень надеюсь, что Вика все-таки допройдет черепах. До конца, и все будет топчик. У нее там плюс очки хорошие сейчас, получается. Какой херам, ты че, рофли, что ли? У тебя финал остался, ты сейчас справишься. Зачем их дропать перед финалом? Я хотел, да, слона купить. Зачем он? Типа, он тебе очень нужен. Ну, по сути, он меня спасет. Улучшит ситуацию. Тогда забирай слона. А тебе даст... Ну, я могу за 3 очка у тебя купить его. Забери за 1, не трать много очков. Мне нужно именно за 3 как раз-таки. Хорошо, покупай. Тебе плюс 3, мне слон, все, так сказать, в своей доле останутся, все зашибись будет. Хорошо. Если тебе нужен слон, забирай. Он помытый, не битый, не крашеный. Спасибо, вот спасибо огромное вот за слоника. 3 очка тогда тебе передаю. И желаю просто разнести этого Шреддера, его подсосов, как вообще капусту просто. Бейсбольный битый. Нет, они меня уже победили. Нет, ты справишься, давай, я верю. Спасибо, давай. Давай, успехов. Здравствуйте, я пришла к вам, чтобы рассказать унизительные факты о черепахах. У морских черепах под хвостом селятся крабы, ну, прям возле жопы, и образуют там моногамные пары и живут там до конца своих дней, то есть, ну, прям в жопе черепахи. Также черепаха может утонуть, вот представляете, ты вот водное создание, но ты все еще можешь утонуть.
Вот, что еще вам рассказать о черепахах? Ну, самое, наверное, унизительное, что черепахи живут дольше человека в два раза, понимаете? У них им приходится жить еще и дольше. Короче, черепахи-лохи, вот, не люблю их. Все, пока. Спасибо за внимание. Это краткая сводка моего сегодняшнего РГГ дня. Скажу, вот каждый из вас должен просто любить и обнимать Рекви просто за то, что он у вас такой чудесный. Потому что до того, как он пришел ко мне в Дискорд, я сидела со слезами на глазах и обещала чату дропнуть все к херам собачьим вообще, и черепах этих, и РГГ ваш, и стримить вообще, дропнуть к чертям. А он зашел, значит, в Дискорд, и такой добряк говорит: давай, у тебя все получится. Я сейчас сам заплачу, честно. Теперь этих черепах травить, только потому что... За что? Нельзя же расстраивать добряка. А черепахи, кстати, добряка. Лохи. В общем, мне кажется, ну, вот в компании, где нужно проходить стресс-тест в какие-то, ну, там, большие, они должны сначала пройти через РГГ. Да, это согласен. Я... Помогите. Зашел бы еще к Мэлу, он бы не дропнул. Блин, чуваки, это РГГ, я тут умру здесь, мне очень страшно. Пожалуйста, просто оставьте меня в покое, умоляю. Блин, вон дверь на босса! У меня уже пальчики устали в эту игру играть. Пицца не сохранится. Ой, все, в жопу, я не буду в это играть. Все, пока, конец. Все, дроп игры, дроп ивента, дроп стриминга. Все, пока. Просижу, промучаюсь. Горит жопа. Я опять не буду спать нормально из-за того, что перенервничала. Ради чего? Хер его знает вообще. Мы от этого в детстве получали удовольствие, напоминаю. Ну, я нет, но вы да. Кто-то из вас точно. Нету пароля. Что успела понять? Ничего! Согласишься ли на РГГ в следующий раз? Нет, я и это не закончу. Вот через 20 минут будет понятно, будет ли дропнуто все с пройденными черепахами или без. Знаете, что я вам хочу сказать? Помните, я вам говорила, что есть одна игра, в которой у меня по-настоящему сгорела жопа? Это был Cuphead? Нет. Что это была херня? Я лучше гулять пойду, по улице ходить, я не знаю, березы облизывать. Даже это будет лучше! Не, ну понимаете, единственное, что мне... Типа, за что мне может... Ну вот... Что мне как бы не кайфово, то, что вот я не буду сейчас дальше, вот если не пройду, то это то, что как Кируми мне помогал, как он это все, мне только вот за это. Ну и то, что я реквизиту как бы обещала, но, сори, это выше моих сил. Тупые черепахи. Тупая Эй прилунил. Зачем они вообще? Они меня бесят. Игра бесит. Может, дропнуть нахуй? Так дропай прямо сейчас. Еще попыточку сделаю. И все. Дропни прямо сейчас. Чего ты мучаешься? Нет. Нафиг оно тебе надо? Дропай нахуй эту хуйку. Согласна. Так и все тогда. Че тут мучиться? Прямо... Еще попыточку. Поп-иточку. Это знаешь, как в той картинке, где чел шахту роет, такой, там алмазы, и он такой не копает и до алмазов не докопал. Вдруг я докопаю до алмазов.
А можно дропнуть прямо сейчас нахуй эту хуйту, крутануть следующую игру, пойти там, я не знаю, в Fortnite пару катков играть и заканчивать. Нет. Это не поможет все равно, понимаете? Ничего не поможет мне, мне просто лучше уже добить. И деньги мне не надо кидать, я плачу не за, из-за денег, что у меня их нету, но за те же не выпрашиваю. С Новым годом! О нет, деньги, нет, только не деньги. Спасибо большое. Что это? Фу, это по-любому что-то ужасное. Стример называет по памяти и без помощи чата 10 песен группы Король и Шут. Если стример справляется, то в его инвентарь крадутся предметы, сапоги и мертвеца, и два вора и монета. А также сразу используется пункт валет и дама. Чат должен быть... Понятно. Минус очко запишите, пожалуйста. А, вот из спецролла, а что это? Игра ролится из списка Кастельвания. Почему минус я минус страдаю, плачу так от этих черепах? Так им и надо, гнидом поганым. А он? Так им и надо. Что? Нет, Гитмана отлично, я люблю. Минус 4. Сори, но нет. Хотелось бы, конечно, побыть говнюшей, но Гитмана я люблю. Так что... Короче, чуваки, спасибо огромное за поддержку, за веру в меня. Я категорически вымотана этими черепахами. Я, наверное, предприму еще одну попытку в понедельник это сделать, но серьезно, сегодня было решение, желание дропнуть все сразу. И игру, и ивент, и вообще все. И вообще больше никогда не стримить, я не знаю. Короче, вымотали они меня очень знатно, но... Ну, как-то грустно бросать все эти попытки, и, короче, рано или поздно мы домучим этих черепах, мне кажется. Так это же... Они же классные, по-моему. Они же хорошие. Даже не, я не хочу дропать. Почему не туда? Вот же, вот, раз, сюда, 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 сюда и вниз, и потом отсюда сюда. Не... А, блин, нет, не так. Эти сраные пунктиры. Я просто тороплюсь, я уже опаздываю, поэтому и делаю 500 ошибок. Раз, два, три, блять, ебучие пунктиры. Протас, привет. Чё шумишь? Ты можешь арестовывать? Не могу, вот. Опять зажимать? Могу, и правда. И правда могу. Офигеть, я такая, оказывается, всемогущая. Спасибо. Хабалка. О, да, это я. Ой, простите, пожалуйста, что каждому не целую попу. И не вытираю все для вас вообще, что я тут такая вся не няша, не стесняша. Нифига вообще. Нет же вообще таких девушек больше. Хочется няшу и стесняшу, переходим туда, где няша и стесняша. Сейчас бы говорить другому человеку, хабалка, не хабалка. Когда тебе начинают тут рассказывать, как ты что должен говорить. Сказал один раз слово хуй вслух, все, у всех шок случился. Никогда слово хуй вслух не слышал. Угу. Давайте, сделайте еще из этого театральную проблему. Да! Да! Я успела, и прям, и блин, и игру пройду сегодня, и Евровидение успею традицию забабахать, да все вообще шикарно! 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 Правильно, правильно. Стример, вампиризм. Стример может уничтожить любое количество предметов, включая спецроллы из своего инвентаря, получив за каждый уничтоженный предмет плюс очко. При отсутствии предмета в инвентаре или нежелании уничтожать предметы, минус 2. Пошло ты в жопу, все вообще. Ну как так вообще? Ну вот, почему? Почему нельзя сначала при... А, да? Не бухти. Мау. Как мое самочувствие. Севший голос, потому что сегодня комментирование презентации, а потом после этого еще
комментирование новостей. Я уже подумал, что пора новости два раза в неделю делать, потому что поэтому и севший голос. Я его... Ааа, нет! Извините. Перенапряг. Блин, так был близок к сотке. Вспомнил, что за... зона. Угу. Моя любимая. А, блин, ты что? Ага. Блин. Все хочет тебя убить. Тихо. Да блин, блин! Да в смысле, я нажал на прыжок. Что за рофл? Да ну, блин, какого хера? Блин, в смысле? Ага, я не хотел сюда. А, не, все. Давай, ну. В смысле? В смысле? Ну, пожалуйста, 4 колечка надо. Очень надо. Бля, нет, только не ты! Сука, ублюдок! Ты, ну это же был... Вонючий пузырь. Кайф. Агес, лучшая в мире консоль. Не перекрасили. Кек. Я, конечно, в жопе. А что выбрался из минуса, кстати? Да за что? Даже не ходил. Ладно. Мы просто идем на пролом. Или не идем, не знаю. Бля, Джон Коннор, давай. Ну, пожалуйста, иди вниз, ну... Бля... Не хочет. 9 по московскому. Annihilate what threatens to destroy you. Спасибо. Реально Чешир какими-то, блин, пабликовыми фразами говорит, что это было. Уф, просто. More than merely mad, they have other parts. The Dollmaker will deprive them of what remains of their deranged soul. They need care. I know their pain. I would assist, but is sanity required for the job? A limited quantity. You're not mad enough to be rejected. You're like them, of them, in a way, but not them. I should say not us, for I'm them, but you're on your way. Кто-то там писал в чате, что во второй части очень сильно снизили градус безумия. Ой, кот, что интересного. Такие он просто рандомными фразами разбрасывается. Ауф. Местная память. Да не, он, знаешь, он прям фразы из пацанских пабликов такой. Как я должен это знать, куда я, блин, еду? Да в смысле? А, я могу мышкой крутить, все нормально. Это просто Ян скилл. Так, то есть я могу реквизит вперед подвинуть в теории. Блин, ну. Раз, два, три. 4, 5, 6. Ну, типа, две попытки закинуть его в очко. Либо подвинуть вперед, скажем так. Ранг тогда за один. С
Магический трик, наверное, мне нахер не надо. А может и надо, не знаю. За 3. За 3 плюс 6. Это вообще хорошая штука. Тем более я сейчас игру быстро пройду. Кидаем бумеранг. Шесть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Хорошо. Хорошо. Сори, конечно, но как бы дело такое. Еще и непонятно нихера. Блин, ну не про этот же лес говорят. Может пройти ее за дичество в кино 2 куба? Нет. Нет, нет, нет. Я не хочу, честно. Не хочу. This manual looks like a blast, but there's bound to be one or two useful things in it. Ребят, ну, вы, конечно, такие вопросы задаете, ё-моё. Тут, кстати, пустыня, вот, может быть, нам в пустыню выйти? Тю-т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 ю
Но мы решили, типа, трушный РГГ, вот, экспириенс такой. Why not? Но это было не обязательно. 4000 баксов, кстати, дали, нихуя. Довольно прилично. Блять. О, да. А вот на клавомыш такого не было. Там вот мышкой просто повернул, все, ты уже все видишь. А тут надо вот... Ну, я тебе могу подсказать, как быстрее пройти в целом. А там вроде... Ты имеешь в виду бизнес? Типа как бы не, лучше? Не. А чё? Я же это часто в Vice City играл, так сказать. Да? Вот. Нужно просто, если миссию проваливаешь или умираешь, пить просто что-то. Пить? И тогда, да, быстрее пройдешь. А, нифига себе. Ну, глоток пивас там или что-то еще. Подожди, в реале, в жизни типа? Да. А, понял. А я думал, уже в пиццерию сейчас поеду там покупать какую-нибудь колу. Не. Я думал, в игре в самой, но я понял. В реале. Так реально намного быстрее проходит. Я вот... За сколько на прошел? На бухло стримах... Ну, я играл 10 часов, за бухло стрим ни разу не проходил. Вот максимум я 10 часов был где-то. Почти прошел. Но так, может быть, можно и быстрее, конечно. Лол. А вот хил. Что? Ясно. А там же он как бы есть. Как его взять? Пизда. Ясно, похуй. Еще раз пройдем, не страшно. Бля, мы же... Да блять, ну такая бредятина. Короче, там... Мы же не с самого начала начинаем, да? А, у нас пушек теперь нету никаких, блять! Брат. Надо. Да ёбаный. Что? А вот так спидранеры делают, ребят. Я видел это вот. Точнее, нет, я нигде не видел это. Я вот сам изобрел такой способ. Что, погонёт? Ебать! Пизда. Бля. Ну ты вернись обратно. Ну нет. Бля, говно. Я только музыку нормальную включил.